Я муниципальный советник от нашей партии Елена Рыбак. И вчера мне, моей семье, нашей всей команде удалось убедиться еще раз в том, какой беспредел может совершить правящая партия. Вчера с 8 часов вечера, вначале у моей мамы, потом у мамы моего гражданского мужа, после у моей тети с дядей, в этих домах появлялись представители из Центра организованной преступности. Эти люди пытались найти меня и вручить мне повестку на то, чтобы я пришла еще раз, подчеркиваю, я в прошлом преподаватель, сейчас кормящая мама, мама грудного ребенка, чтобы я пришла в Центр по борьбе с организованной преступностью. Я хочу обратиться к бельчанам. То, на что сейчас пошли советники от нашей партии, как они бросили свои семьи, как они живут в Приморье, как они там голодают. Это последний шанс на то, чтобы на нас обратили внимание, обратили на этот беспредел, который происходит с нами. Я прошу вас стать на защиту советников, стать на защиту своего примара, которого вы выбрали, стать на защиту своего города и закончить этот беспредел.